Всем большой привет, дорогие мои зрители, и добро пожаловать на этот канал. Это видео создано, скажем так, у меня есть две цели. Первое, я хочу поддержать всех, в какой бы стране вы ни были, что не терять, скажем так, какую-то трезвость ума и просто спокойно пережить то, что нам дает сейчас жизнь, да, в частности, какой-то вирус, который действительно... Я верю, что он опасен, что это надо быть предусмотрительным, осторожным, ну и вообще как бы надо беречь свое здоровье, беречь своих близких, поэтому сделать все необходимые меры для того, чтобы предотвратить заражение. Это первый такой момент. Второй момент, так как мы сидим дома, да, на карантине, возможно, в некотором смысле, это возможность закрыть хвосты, да, закрыть то, что не успевали закрыть ранее и так далее. И многие сайты, многие сейчас компании идут на то, что открывают доступы бесплатно для того, чтобы люди, ну, помочь людям, да, тем, кто заперт дома, тем, кто не ходит сейчас никуда, чтобы им помочь как-то скоротать время, открывают, либо делают большие скидки на книжные ресурсы, на интернет-ресурсы, на гейм-ресурсы и так далее. Я хотела... тоже, скажем так, в этом поучаствовать. И первый момент. Я открыла один блог полностью бесплатно. Это мой последний 7-й блог. Абстрактная графика, эффекты, 3D-объекты, то есть меш, там много мы тренировались. 7-й блог я открыла полностью бесплатно для всех, кто хочет поучиться, скажем так, или перенять опыт лично у меня. Да? Я не говорю именно как бы учиться, но перенять, во всяком случае, опыт мой, да, в этом блоке я его передаю. Есть только несколько условий, это просто подписаться на канал Julie Rose и канал Julie Rose Life. У меня два канала на YouTube, просто быть моим подписчиком, и еще у меня есть Instagram, это по желанию. Как бы хотите, если у вас есть тоже Instagram, подпишитесь, если у вас нет Instagram, то как бы и не надо. Но, как бы, это тоже не обязательные условия, ну, скажем так, по возможности, если у вас есть такое желание, да, следить за мной в какой-то такой моей лайф-стори. И написать в комментариях, где угодно, либо под этим видео на YouTube, что просто хочу 7-й блог, и я вам открою доступ бесплатно. Блог находится на сайте StockLands, поэтому там необходимо быть зарегистрированным, чтобы вы смогли просто просматривать курс. Вот, и еще один такой момент, что на все остальные блоки я сделала большую скидку. То есть, если вам будет 7-го блока мало, или вы хотите, скажем так, это время провести максимально с пользой и пройти много уроков, научиться много чего делать в Adobe Illustrator, то вы можете приобрести за очень низкой, по очень низкой цене другие блоки. Вот, то есть в любом случае, либо вы на 7-м только остановитесь, и поверьте, этого будет достаточно, чтобы освоить Illustrator. Действительно, неплохие техники вы уже сможете делать. И, возможно, вас заинтересуют все остальные блоки, которые также есть на стоковом иллюстраторе. И еще у меня есть на канале Julie Rose Life, да, это мой живой канал, у меня есть видео, что я думаю про ислам, это если вы... Вот оно, как я воспринимаю ислам. Это если вас интересует именно уже не просто рисование, а какое-то лично мое, наверное, мнение по этой религии, почему я выбрала именно ее для рисования, как я отношусь, например, к другим религиям, да, и вообще, в принципе, мое отношение к религиозности. Вот, в общем-то, весь канал мой Julie Rose Life об этом. Также он про ресайкл, да, то есть разделение мусорка, защита природы и так далее. То есть... Все в этом духе, ну и просто, наверное, какая-то моя личная история. Как, наверное, я пришла и что я делаю. Мое неудачное путешествие в Индию, как я опоздала на самолет, как я жила в монастыре и многое-многое другое. Если вы, скажем так, интересуетесь таким, ну какая-то у меня тут веселуха тоже была, то есть чего только не было. Вот, если вы интересуетесь каким-то таким духовным поиском, то... Добро пожаловать на мой второй канал. Вот и все, что я хотела вам рассказать, о чем я хотела с вами поделиться. Если видео было интересным, поставьте палец вверх, я буду знать, что вам нравится такой формат, вам нравится эта идея, и вы не против в ней поучаствовать. Пишите ваши «не нравится», если вам что-то не нравится, я буду улучшаться, стараться, по крайней мере. И в конце концов, это, ну, я стараюсь адекватно воспринимать критику,
И если что-то не так, то я просто попытаюсь это как-то исправить. Всем спасибо за внимание и всем пока.